В рамках проекта «Времена года» мы предложили детям отправиться в увлекательное путешествие. Наш девиз – прекрасная природа в любое время года. В любое время года прекрасная она. Отправляемся в поход мы длиною в целый год. Мир разноцветный, яркий, мир вокруг нас, земля. Это наш зеленый дом, моря и реки, леса и горы, деревни и города. Как много в этом замечательном доме! И вместе с нами в нем живут растения, грибы, насекомые и рыбы, птицы и звери. К сожалению, сами люди не все и не всегда берегут землю, наш зеленый дом. Чтобы мир явился нашим детям красивым и одухотворенным, чтобы представления о нем были иные, мы, взрослые, должны помочь им в этом. Ведь только живое переживание, полученное в детстве и связанное с представлениями о ценности жизни всего живого вокруг, способного тоже ощущать боль, может изменить отношение к нашему зеленому дому, так как знания, полученные с первых лет жизни, могут в дальнейшем преобразовываться в прочные убеждения. Наблюдения в природе приносят радость, развивают гуманные чувства и правильное отношение ко всему живому. Попался! О, Алина! Посмотри. А вот еще один! Вот я нашла его! Сундаш! Я нашла! Вот он я! Нашла я! Продуктом нашего проекта стала авторская сказка родителей. Дети окунулись в волшебный мир сказок, где каждый сыграл свою роль. Представляем вашему вниманию нашу музыкальную сказку